Борис Береза представителем Магнитогорского телевизионного братства. Почему такая уверенность и радость? Потому что народ начали приглашать в Москву на телевизионные выставки. Нас, кстати, тоже приглашали. Но мы вот не поехали и решили для себя открыть все новые и новые автомобили. Сегодня, конечно, автомобиль от Уралавто. Наших старых друзей, между прочим, компания Уралавто нам сегодня дала прокатиться абсолютно новой версии от Kia. Kia Sportage второго поколения. Если говорить о ажиотажном спросе на Kia Sportage первого поколения, то можно догадаться, что удалось реализовать во втором. Кто-то может сравнить их, в общем, две эти одинаковые, достаточно одинаковые машины, Kia Sportage и Hyundai Tucson. Но Kia Sportage выпустилась на год позже и стала, соответственно, на год более экономичней. Ну и еще кое-какие нюансы. И я так предполагаю, что Kia в основном-то ориентируется на американский рынок. А американцы, они великие привереды. Как я могу об этом говорить? Да потому что здесь вот нету магнитолы. А рассчитана она, между прочим, на двухдиновую магнитолу или сегодняшнее нововведение. Можно поставить телевизионный монитор или все, что душе угодно. В общем, адаптирована к вашим любимым потребностям. Ну а по сути событий. Суть событий такова. Замечательный SUV, Sport Utility Vehicle, который, между прочим, позволяет себя чувствовать как в седане. Сцепление вот на этой версии с бензиновым двигателем мягкое, такое нежненькое. А моторчик очень веселый, 141 лошадка, между прочим, с 2 литров. Но есть самый вкусный вариант, 2-литровый дизель. И отдельный респект и уважение к дизелям. Потрясающий момент. И при небольшом количестве лошадок, лошадки-то, опять же, другого характера и другой мускулистости. Но об этом дальше Максим вам расскажет. Я не ожидал, честно говоря, когда сел за руль Kia Sportage, что так высоко сидишь и так далеко глядишь. Глядишь действительно далеко, капота почти не видно, так что практически под тобой все, что делается, ты наблюдаешь. И от двигателя я не ожидал. Вот я сейчас выскажусь, пусть обижаются печатные издания, не обижаются, но вот те, кто написал, что двигатель с линцой откликается на педаль газа, и только после 3-4 тысяч он по-настоящему показывает себя, я не согласен. Движок откликается сразу. Причем двухлитровый движок для такого достаточно тяжелого автомобиля так хорошо везет. На 80 км в час переключился на пятую. Ну, правда, с горки не показатель, но вполне. Вот можно на газ нажать. Мы едем-то в базовой комплектации, но эта базовая комплектация включает в себя подушку безопасности, кондиционер, даже подогрев зеркал, между прочим, на которых, как всегда, написано «Objects in mirror are closer than they appear». Ну, все-таки соглашусь я, наверное, с Алексеем. Автомобиль-то на американцев направлен. Тем более здесь в дверях под бутылью, ну и полочек всяких. И ящичков просто тьма тьмущая. Привод тут на самом деле-то передний, но и задний подключается. Причем существует блокировка. Так что внедорожные возможности Kia Sportage тоже на самом деле неплохо проявляются. Ну и, кстати, вот двухлитровый движок. Он, конечно, немножко более расходует топливо, чем дизель. Но раньше на первых Kia Sportage дизель назывался Мистер Ди, то есть Мистер Дизель. Сейчас, ну, сокращения одни, сплошные сокращения. CRDI, но этот дизелек 112 лошадиных сил, он, между прочим, дает огня. Хотя, конечно, разгон у него, ну, не бешеный, тем более коробка автомат. Но зато, он, во-первых, расходует очень мало, а во-вторых, у него диапазон оборотов, в которых он работает по-настоящему, настолько велик, насколько вы даже себе представить не можете. Прошу прощения, тут на меня сматерились и спросили, а цена-то какая в автомобиле и где вообще продается? Ну, продается, Алексей уже сказал, где же еще Kia Sportage продаваться? Официальные дилеры все-таки. А цена, ну, будем говорить, от 28 900 и до 34 000.
Но в эту гамму включается, в отличие от Hyundai Tucson, три движка. Опять же, двухлитровый дизельный, 112 лошадиных сил, и 2,7 V6. И там злой автомобиль, ну, правда, стоит подороже.